Когда восстановят арыс, пока неизвестно. В данный момент звучат разные предложения, среди которых и то, что, возможно, город возведут заново в другом месте. Ущерб от взрыва воинской части будет оценен в ближайшее время. Сейчас нет окончательных данных. Тем временем глава региона Умирзак Шукеев рассказал, что в городе, где 7600 домов повреждены, 80% кровли, а также выбиты стекла. Окончательный ущерб установит правительственная комиссия. Сейчас сложно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление города, чтобы жители вернулись к обычной жизни. Но премьер-министр Оскар Мамин сегодня заверил, что пострадавшие дома города восстановят в ближайшее время. Но о каких сроках идет речь, глава Кабмина не уточнил.